что режим у нас работает? Ну, именно по пропускам. Ну, по пропускам работает. Пропуска же выданы, они работают. Да, и они будут работать, их будет пролонгация. Дальше, если кто-то не сумел взять, возьмут. Я дополню, времен... да, нас обеспечили полностью всеми пропусками. Мы решили вопрос еще до 4 числа. 3 числа было всем сотрудникам, каждый сотрудник нашего магазина и сети, также клининговых компаний, которые работают по уборке помещений. Все вопросы обеспечены. Они сняты. На сегодня никакого ажиотажа нет. Отдельные вопросы задаются, но они тут же разъясняются региональным штабом.